придется лопать. И снова, друзья, приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». В общем, сегодня будем рыбачить мы на поплавочную дочку. Вот. Но только одно но. Глубина будет 40-50 сантиметров. Вот. Здесь даже посередине, ну, максимум где-то, ну, до 70 сантиметров. Максимум. Тут очень мелко. Почему уже на такой будем глубине мы рыбачить? Дело в том, что сейчас май месяц. Вот. Карась с глубин выходит. Идет выгреваться, нереститься. Вот. Так что на глубине его очень мало. Единицы попадается. Возможно, даже вы замечали, что можете просидеть на удочку час, да, и ждать одну поклевку карася. То есть единицы плавают на глубине. Вот. Надо найти оптимальный вариант. Это полметра, ну, максимум до метра. Искать его там. То есть ходить, пробовать, искать его. В общем, в этом месте мы сегодня будем пробовать. Это место я немного знаю. В прошлом году, поздней осенью, я здесь ловил окуня неплохого. Такой грамм 200-250. И карась попадался. Ну, посмотрим, что оно в мае месяце покажет здесь. Потому что практически по всей реке я вчера был. Глубина 1,5 метра. Час сидишь просто, смотришь поплавок. Черепаха попалась. И, по-моему, 2 лунных окуня. Все, карася нет. Значит, я понял, что он пошел на отмель выгреваться и там же и нереститься. Так, ну что, давайте закормим. Ну, а прикармливать мы будем обычное сырое пшено, не вареное, сырое пшено. На канале я уже не раз говорил, почему именно сырое пшено. А из-за того, что рыбка его кушает, желудок не переваривает его, она остается голодной. Вот. Ну и черепах особо не привлекает. Не сильно по запаху. Потому что запаха практически нет. Вот. Ну это плюс. Тоже. В общем, ну что, прикормим пшено. Пару жменек. И достаточно. Блин. Сегодня выезжал. Пришлось возвращаться домой, колесо пробил. Ну, пока ехал полчаса, вроде не спустило. Но я его даже не пробил. Скорее всего, вчера мыл велосипед, а там у меня на задней камере, по-моему, 4 или 5 латок. И видно, какая-то немного отклеилась, потому что вода попала вовнутрь. В общем, это уже надо дома заниматься. Мог бы я и на рыбалке разобрать бы поклей. Ну, на рыбалке надо рыбачить. Не камеру кинуть. Ну, доехал, доеду и домой, думаю. Так, а на крючочек. А на крючочек мы сегодня брали червячок. Красненький. Вот. Средненький. И маночку. Манку я делаю не жидкую. Вот, как видите, да? Такая. Ну, вязкая, вязкая такая маночка. Вот, немного сахарку, немного ванильки. Вот. Так, ну, давайте сразу попробуем на червячка. Что нам червячок скажет? Так, ой, надо еще глубину померить. Может, оно уже здесь не 40 и не 50, а может уже 30. Ага, немножечко еще добавить. Чуть-чуть. Да, где-то 50 сантиметров глубина. Солнышко в глаза бьет. Не очень приятно. Ну, что поделаешь, придется
подождать, пока оно развернется вправо. Друзья, речка, чтобы вы понимали, вот кто меня знает, да, и кто местный, они знают, что такое речка. Речка — это сегодня карась здесь, завтра он там, или через час он уже в другом месте, он меняет место дислокации. Вот. Тем более на нашего карася на речке очень много хищников. Это черепахи, их очень много. Да, они едят карася, рыбу, они хищники. Потом щука, окунь, ну это, конечно же, на маленького карася. Плюс солнечный окунь, который жрет икру рыб, соответственно, и карася. Ну и рыбак, само собой. 5 хищников на карася. И чтобы вы понимали, его здесь не очень много, да. Чтобы на речке поймать карася, нужно постараться. Вот так. Это не озеро, не пруд, это речка. И тем более на него очень много хищников. Соответственно, здесь карась очень пугливый, очень привередливый. Вот так. Да, друзья, еще такой вопрос. Пишите в комментариях. Какого самого большого карася в своей жизни в рыбалке ловили? Вот у меня лично был это 600 грамм карась. Так что пишите в комментариях. Очень интересно будет посмотреть, кто же самого крупного поймал. Не стесняйтесь, даже кто-то ловил, может, 100 граммового. Пишите, очень интересно. Так, друзья, прошло 15 минут, вытащили вот такого красавца. Очень быстро берет, очень, не ложит поплавок, а просто его топит и втягивает в сторону. Из-за чего так происходит? А из-за того, что тут очень мелко, он хватает быстро и сразу убегает. Thank you.
А змеи здесь ползают, ползают, запах рыбы. То с этой стороны, то с этой стороны. Но на чистые не выползает, боятся. Бляха, муха. Поплавок оборвался. Оборвал леску мне 0,18. Вот. Еле достал поплавок с грузиком. Сам он сошел. Насадил уже новую леску. Опять же 0,18. Но я думаю, что та уже была старенькая. И кто его знает, что там было. Я не знаю, я смыканул, ну, почувствовал, что очень что-то необычное большое. Вот. И только и хрусь, и все. Не на узлах, просто лопнула леска. Почти посередине. Сейчас пересажу еще вот эти грузики. И перевяжу крючок. Продолжим. Видели, да, как удочка гнется, блин, неудобно. Особенно если камыш. Вы как видите, камыш я не убираю специально, чтобы он меня не видел максимально. Аж на берег выскочил. У, хорошую вытянули. Ух ты. Красопета-то какая, а. Ой-ой-ой. Крючок аж заглотил по самые гланды. Так, сейчас мы тебе аккуратно вытащим. Сразу взял червячок. Удочка гнется сильно и получается поднимаю. Он, если большой, я его не могу поднять с воды сразу. Пока оно натянет, пока его вытащит она. Да, есть, конечно, в пятиметровочке баллонской минус. Что сильно она такая
пружинистая. Ух ты, ёпарсы-то, смотрите, какого лунного окуня вытащил. Это редкость, большая редкость, друзья. Ну, как его, лунный окунь называют, потом солнечный окунь, аквариумная рыбка. Потому что, как видите, красивая, да? Ее можно кушать, она вкусная, и жареная, и сушеная, и уха с него тоже довольно неплохая. Так, ну тут придется помучиться, чтобы крючок вытащить. Ладно, сейчас справимся. Вот еще одного быстренько поймал. Ой, обляпал всего. Так, еще червячок пойдет в ход. Жаба зеленая. Возле меня сидеть, чтобы змеи не съели.
стою. О, це лопать. Це лопать. Потихонечку, потихонечку. Лопать хороший. Опля. Стоять. Стоять. О. Хороший лопать. Більше, ніж мій лопать. А ну, у меня 41-й. Ну, с хвостиком выходит 43-й. Так что можно смело назвать его лаптем. Ну все, друзья, будем заканчивать нашу рыбалочку. Да, друзья, еще классно ловить на кивочек. Я в описании под видео оставлю ссылочку, там, где я ловлю на кивочек. Вообще, просто изюминка. Обалденно. Посмотрите, кто не смотрел, оцените видео. Думаю, вам понравится обязательно. Возьмите на заметочку. Давайте сложим рыбку, чтобы не было прилова. Как знаем, сейчас... Да и вообще и нерест, и когда нету нереста, лимит на рыбака в сутки 3 килограмма. Давайте не будем нарушать. Вот. Мы сейчас заважим. Ну, я же примерно так на глаз знаю примерно, сколько я поймал. Ну, хочу удостовериться в этом. Так, вот наш улов. Две 785. Мы отрыбачили как положено. Рыбки наловили. Также поделился своими знаниями. Ну, от вас, друзья, железнобетонный лайк, как всегда. Комментируйте видео. Ну, я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи. Всем пока.